Мазик, а за нас агент 09. А, все, Лил Пип заебал. Ну, блять, я в тильте. Мне не грустно, но я в тильте из-за того, что я проебал игру, из-за тайминга. Ну, прикиньте, блять, я возвращаюсь к контру, мне должно вести, чтобы я хотел играть, а мне, блять, не везет. А чё, карта нормальная? Моя короночка, можно сказать. Привет, Тимур. Привет. Специально подождала конец катки, чтобы поправить донат, чтобы тебя не отвлекать. Тимур, скажи, пожалуйста, Женю. Где моя роспись? Я донатила тебе август. Что? Если забыл или пропустил, в общем, по нику посмотришь, вот, и роспись оставишь. Все, давай, удачи. Ой, я не понял, во-первых, подождите, нахуя говорить сначала, что окончание, блядь, короче, блядь, очередь не дошла, все, вот, так. О, а что это слева снизу играют? Отборочные, прямой эфир, кто там играет? Ликвид против... А название команды Бупсери, я... Кто это? Я не вижу на втором монике. Не суть, короче. На них. Придумал, что смотрел на карту. Да нет! Мастер отмазок. Чё, отчислили судник или чё? Кстати, это реально может... Это реально, ну, типа, может звучать так. Но я клянусь, я посмотри, я отвел глаза, и чел сразу, пикнул на Иси, сразу. Но то, что... Из-за пинга я сказал так, не подумав, потому что... Да, ты у меня гранаты кидаешь, отвлекает меня. Потому что у меня был звук, понял? Там же слышно было звук, да, выстрела? А убийство не зарегало, я поэтому сказал пинг. Но потом вспомнил, что ты меня тут... Я клянусь, ставлю свою мать, свою жопу, блядь, и Мерседес, нахуй свой. Ну, собаку, не машину, блядь, естественно. Что я посмотрел на мини-карту в тот момент? Hello, guys, have a nice game. У меня пинг 18, блядь, с таким... Ну, у меня лост 0.3, unlock, 0.5, ну, пиздец. Кто, Мик, ты же... Подожди, а тебя отрубили эту хуйню мод? Да, я выключил. Попросил, чтобы выключил. А чё? Да я в пизду. Я за тему. Да? Там все равно по стиму же можно понять. Типа, фейси, ай! Все такое. Короче, мне Фейси предлагал стример мод, чтобы согласен, понимали, это тема, которая тебе каждый раз никнейм новый делает. Типа от стрим снайпа. Но я подумал то, что если я буду делать мувик, у меня будет никнейм не Skywalker, а огурчик 337 на. Это не нормально. Решил, что мне не нужно такое ставить. Где я могу сыграть? Шип ДС, Тимур. Нет, ДС он тут лаг дает. Понял, у тебя мозг он тут. У тебя кровь. Я на, короче. Я бы ротейш. 2600 элла, ну пи***ть, я бомж, блядь. Ну ща камбэк, ничего. Че это за медалька? 23-я. Я один на играю, понятно, бля. Короче, я здесь встану. Никогда здесь не стоял. Послушаю. Это вообще нонсенс, нахуй! Это абсурд! Я вообще понял, как он меня убил, блядь! Чё, тишина? Да, я никого не знаю. Да, не суй. Я имел в виду в контексте, что на input lag влияют электроприборы. Так он есть МБ и ХЗ. Я 60 ГЦ, маник, ты ж не знаешь, я думал, ты верил, что утюг пофиксит. Ты идиот? Бля, мужик, я прям сейчас с утюгом играю, в смысле не работает? Пачка. Дима, да. Я бы ушел третьим. Срочная новость. CSGO Run сошел с ума и раздает бесплатные скины всем новым пользователям. Бегом, переходи в Telegram-бот по ссылке в закрепленном комментарии и хватай секретный промокод. Поднимай топовые скины и не выходя из Telegram. Играй в свои любимые режимы и прокачивай свой инвентарь на CSGO Run. Как думаешь, стоит ли ставить жизнь на мечту? Я могу сдать игры и поступить в говно, но за 5 лет постараться реализовать мечту. Или нет? Кстати, ну это учитывая прицел учила. Учитывая, какой, на какие риски ты хочешь готов пойти. Ты готов, можешь поставить, но вообще это лучше делать с планом Б всегда, то есть. И вот к тому же, за что. Как ты будешь за еду платить? Как ты там будешь, ну, за жилье платить? Вот я когда ставил все на мечту, я делал. Ну, я, короче, сейчас сидел на шее у мамы. Я за дигом почему. То есть я... Я успею, бля, первый. Нормальная, сработанная. Не, я вообще не поняла сейчас прикола. Я тебе говорю, я роспись жду с начала августа. Дядя, блин. Уже март, сука, на дворе. Сделай подарок на 8 марта, оставь, блин, такую роспись, которая с августа. Ты школьник. Кстати, выучил... Сейчас покажу, я к вам пикаю. Сейчас покажу, что выучил. Флешечку вспомнил. Роспись, короче, я делаю росписи за конец июня, если что. Это же реально больше, чем 7 месяцев уже. Смотрите, флешка. Могу пикать, смотреть вперед, и она меня не флешит. Какой-то вот такой ориентир. Чё? Откуда у него бай? Куд? Ты еб... Надо пикать. Ну, блядь.
Я сваливаю. Там в трубе, типа. Фу. Два фрага еще и выжил. Да, это я. Тимур, лови. Ты без дэмэджил. Профессионал. Я, кстати, что-то не подумал, я кон зарашил, думая, что там будет эко, а у чела мне эко. Те позиции, которые за... Те фэнглы, за которые я цеплялся, удалили. Бля, если он меня эмку обратно попросит, я нахуй его продам, бля. На авито. Он в респе. Он под бейдет. Помпа наблюдается у Матвея года. Бля, ну что-то неудобно, нахуй. Что с мини-картой? Нужно мини-карту пофиксить, короче, в конфиге своем. А, кстати, кому-то обновить конфиг? Ну, мне нужно? Нужно обновить конфиг? Где тут радар? Радар. Чтобы я на тап нажимал, у меня менялась карта. Как раньше. Я... Блин, кто-то хочет со мной лонг запушить? Чат 2, блядь. Это один. Справа он. У меня 3. Курюка, курюк. Иди фармить, бомжара. Блядь, один. Учись, какая же. Бля, вот я не... Ну чё они выёбываются, сука, ебаные? Вообще-то это я стримлю, и у меня инпутлаг дополнительный от стрима. Отмазом будет да гениально снять на ютуб и даже скример. Да красава нахуй, разменял меня. Кто последний 3 кило его нахуй, по всей катке. В говерсе меня все боялись нахуй. Стоп, что? Да ну нахуй. Это Афэнгл походу новый нашел. Ты знал про такое вообще? Ты пиздел, блять. Да хватит донатить, суки, блять. Не расстраивался. Мама, 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 мама. Я одно хп. Я, короче, тут топаю, типа мы тут вдвоем. Типа мы вдвоем, ты че вообще? Тише, тише, тише. Они оху. Все, 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 сейчас меня запушит, дед. Иди умирай, мне нужна информация. Ну оху. Все, да. Молодец, Тимур. Я, говорит, топаю. Тише, тише, мужики, блядь. Ну они ж запутались, он скину убил, сработало, значит. В теории так-то, он прав. Сработал. Ну вот, они отвлеклись, они начали думать и фокусироваться на этой мысли, блядь. Если у вас просто, у вас интеллекта слишком мало, таких мовов. Конечно, вы не долбо***. Тише, блядь. А чё, не смею... чё вы смеётесь, блядь? Ну, чё все смеются, я не понимаю, реально же охуенный мув. Алло, блядь. Пользуюсь случаем. Да что это за фэнгл, ёбнутый, блядь? Бля, ну у меня мужики нафидели просто. Так я ему проебал, потому что тайминг был, все же видели. Я тоже заметил, что Иса не в форме. Из-за тайминга меня выиграл. Короче, го укрепление бы вдвоем. Да, могу. Даю. Да, за спину. Помню, еще дал. Смог хэвен дали. Тимур, мне бил, бил. Красава. Я шорт смотрю. Бомбу. Там, за это, за пилором. Я даже не буду ретейтить. Я знал, видел? Знал! Ну, сука, опять не рек! Опять не рек, ну, блядь! Ну, где регистрация, нахуй? Снайпер. Снайперка надо? Yes. Ого, это чё, твоё? Не, конечно. Сори, я не миллиардер, как кто-то. Я тоже. Том, предлагаю... Один стоит. Два, блядь, один. Там ну, ещё я... Шорт арбал. Хули щит. Он же не пикнет меня префом, который если в туалет будет идти. Он будет на шифте идти и прям мне на прицел, правильно? Вода. Лонг, лонг идет. Это А будет, парни. Я как турель не похуй. Да есть! У вас тавик. У вас тавик, по идее. Да, да, был вонгу. Вонг не наблюдается. Я не буду вообще с позиции этой уходить. Да мне хуй. Я смотрю. Я что-то не понимаю, что вы расписались? У меня 8. Хорош, Тимурыч. Не знаю, что за хуй расписались. Я уверен, у них в гоу-версии было 2400 предел. Ты с моего авика всех убил, дай 5. Митраш. Что это? Что это? Посмотри! Посмотри! Что же у меня фиолетовый каждый раунд в коннекторе дохнет-то, а? Если я на лонг просто пойду вот так, нормальная темка. Никогда так не делал, кстати. 2 хп без гоп. Что? Лонг. Лонг, есть флешка лонг? Лонг. Я смог лонг даю. Он в паре. Ну, блядь, он меня реально в смок убил. For real. For real смок убил просто. For real. Блядь, я еще специально плечиком байч, а он угол срезал, нахуй, смок меня ебать. Просто... Да хватит, блять, пожалуйста. Бус будет, бус. Чё ж, блядь, так много, сука, блядь. Бля, бум. Лох П. Я смотрю, Зик, и два шорт. Лонг бежит. Это баги эти, пиздец. Красава. Я не понимаю, кто вообще на снайпера да, имеет право, пиздец, такого жесткого. Чё, видишь? На практике. На практике нет. Опа, мэйби. Да, да.
Ушел. Не, налево ушел. Что? Ну это мы такой раунд сосали. Ну сука, хуйлы, ебаная, в команде. Я не знаю, но с команде три хуйлы бесполезные. Пошел. Китов нет. У нас в команде три хуйлы бесполезные, блять. Не, у нас три бомжа, блять, я не знаю. Сука, все пи***ли на меня, блять. В сумме на троих нахуй фрагов, как я сделали, еле-еле. Посмотри на его. Блять, йо-йо-йо-йо. Ребят! Здорово, мужик. Хочу пожелать тебе хорошего воскресного стримчика. Counter-Strike, все по классике. Солдатик 98 лох. Два или три. Полчата фриков, но нормальным ребятам. Еще. Привет, передаю, короче. Всем привет. Вы прикиньте, какой он лаг. Я просто в столб ебать. Нахуя, разработчик, ты ставишь ебучий фонарь на яркой улице, блядь. Ну за шарай, что? Нет. Зачем, нахуй? Бля, фиолетовый просто. И туалет. А с фиолетового мозг не работает. Он сделал фраг, должен уйти. Два фрага сделал. Должен уйти. Это прикольно. Два. У вас перед коном шифт. Он идет в туалет, если что. Он бежит банан. За хорошая флешка была. Как хуево стреляет в команде. Ну все, мы проебали игру. А мы два раунда. На широком вышел. Ну его слышно было? На широком. Нет. А че вы ку. А, понял. Знаете, отвечаете. Ладно, короче. Я один в коннектор. Согласитесь, меня столб заруинил, ебать. Я бы чела убил 10 из 10. Бля, я себе заказал шоколадный коктейль. Знаете, какой вкусный пи***? Ну он 100 рублей стоит. А. Малик шорт. На шорт вышел. В коне никого. Вопрос. На уходит. Ёбаный х... Чё, засейвить вам? О, у меня Зевс, прикиньте, перезарядку добавили. Там я вообще забыл об этом. Ты можешь ещё через 30 секунд. А, ну ебать. А, фаза 2, они уже так. Ну, они красивые. Так. Бери, короче. Теннисы, что? Я не знаю, на миду там слушайте, гранаты а может, новые. Слушайте, может кто с хэвэна спрыгивает? Скинь мне хэешку на хэвэне, пожалуйста, Матвей. Нужно, короче, по-другому как-то играть, но пока не научился просто. Шарики один. О, жестко убил меня, два шары. Я ушел. Жестко меня перевелся и убил. Ну, я не знаю, я его пикаю, начинаю стрелять, но у меня что-то стрельба не идет, input lag какой-то, не знаю. Задержка 20 миллиардов секунд. Подождите, у меня здесь пинг 20, не а здесь 9? Сделать. А кому верить? Ебать, угол вообще жесткий. На заметочку. Вот сейчас я развился. Записал этот угол себе на заметочку. Ой, я застал. На. О, еще хорошая флешка. Тоже на заметочку. Записываю, блядь. Вот уже развился, две гранаты за раунд выучил. Раунд он тут не выиграет, конечно, скорее всего. Тут, кстати, бесшумно упасть можно. Могу научить, если надо. Ну, ёпта. И на сейф. Что-то говно пошло. Ну, говнище, блядь. Да, пух. О, мне пух. Слышь, смотри, можешь на вас кинуть флешку? Нужно, ребят, побеждать. Ну, 6 раундов за КТ это слишком мало. Мы 6-1 вели, ну ебаный ротик. Нахуй. Слишком мало. Ты по факту обуза в тиме. Ебать, завали, я топ-2 команде игрок. Блядь. И топ-2 игрок на сервере, нахуй, если что. Как мы проебали раундов, у нас у Тома 3 смерти. Блядь, ебало. Мразь байтерская. Я хуй делаю. 30-го. Еще один 30-й. Еще один кон, понимается. Два кон, или один. Не умри. Ну ёпт. Тимур, я тебе банан. С 30-й. Гу. Хорошо, хорошо. Купил фулл пак гранат, чтобы просто чела переебать на стрельбе. Вот это я понимаю реализация. Ебать, убиваемый. Кстати, ну 7-5, нормально. Ну блядь, хуёво, ну норм. Надо победить, главное. Планы есть у кого? Да закрой рот, Матвей, да. Заглотыш, блядь. Идите White в meat. Монстр. В монстр бегите. Я дам флешку над сразу? Монстром и зачем. А, да, плюс. Бустит Тимур. Да вы ебать. Я 13-8 хуячу. Алло, ебать. У меня перерыв миллиард лет был от этой игры. К тому же это новая игра есть еще. Бля, я как долбоёб побежал. Надо было лево-право бегать. Там чел игру жизни. Раунд жизни. Раунд жизни от хуйсоса. Просто 4 хедшота заебал. Ну, лимит. Объективно. Хуй-то, кто в пачку скидывал. Я? Вопросы? Конечно, Матвей зовут. Давай, Матвей. Давайте, ребят, победим. Я не выдержу 2 поражения. Ну, то поражение можешь не считать поражением. Там, ну, сильная была игра. Он кстати, я смотрел играет. Гай Джейма, он сказал то, что крутые пацики знают, что здесь пробежать можно. Под такой молик. Тейп-вейв. Поэтому next раз я буду крутым пациком. Что за листик, блядь, там?
Реально, тут листья от дерева уходят. Что за хуйня? Зачем это добавлять вообще, блядь? Нахуй мне это в контре второй? Ай-яй-яй, не пошла. Да закрой рот уже, заглотишь, я тебя замучу сейчас, блядь. Ну, у меня же реально сейчас, ну просто, ну... Нет, ситуация сложная была у меня. Это была нелегкая ситуация, сложная. Я бы даже сказал, что почти нереально. Еще нужно учитывать давление, что сейчас 12 тысяч зрителей. Плюс еще заглотыш этот ебаный орёт в микрофон. Плюс дигл, плюс без армора, плюс там, блядь. Ну, короче, вы поняли. Мы еще опять сосем игру, ну заебись. Мы, кстати, прошлую игру проебали, когда две пистолетки выиграли. А по статистике 70% команд, которые выигрывают две пистолетки, побеждают игру. То есть я сразу вижу, что пробую. Смотри, нет. Он. У меня... Шорт убежал, убежали двоем, кона нету. Если что, у меня, вы видели то, что куда? У меня, знаете, короче, смотрел видос, там, где про игрокам фейк разброс пуль добавляли. Мне такой же, походу, ебали. Красава. Привет, Тимур. Лево и право. Смотри, право. Я лево ебашь. На-на. Хорош. Хорош. Кто такой Самуэль Эль Джексон? Кто это такой? Майк Вазовский, я знаю, это такой зеленый чел одноглазый. Я дам ему маленькие две флешки. Я опять 0 фрагов за тиров делаю, wait. Чтоб ты пикнул, второй над коном просто. What the fuck? Смотрите, пауза музыка, я full focus. Соло нахуй. Хорош. Еле-еле. Прыгает на Б. Не туда кинул, забудьте. Смог хуйнить ему. Да. Ааа! Бэк! Ебать! Красава. Мама мия! Чуть не погиб. На. Ох. Бля, раунд какого. Бля, такие два сочных спрея в этом раунде выдал, это пиздец. Короче, будет момент, я покажу вам нормальный смог. А, спасибо. Походу туалет тип. Может, Три А. Подтверждаю информацию. Ну и чё вы так отсосали на 3А? Тимур, финал мажора. Клатч 1-5. Решающий раунд для твоей команды. Не, это, кстати, анлак, опять же. Он потопал слева, я отвернулся, сейчас сразу пикнул. Анлак, чё сказать. Даже в финале мажора не везет. Тебе пора книгу свою издать. Твоё нытьё будет популярным. Да какое нытьё, блять, я по фактам умираю из-за хуйни. Если бы все мои анлаки убрать, стереть на вообще с земли, я был бы чемпионом абсолютно. Хуйня страдает. Да нет, все, отъеби нахуй донатер. Ой. Я чемпик. Стрельнул в дверь, потому что подумал, что это человек, потом и настоящему человеку будет. Буст, прострели. Ну что у меня заглотыш делает? И нажал нахуй. Зашел, блядь. Ты топаешь так бежишь? Да потому что по нам уже инфа есть, иди нахуй. Какая инфа, ты ебан? Один чел умер, остальные 60, никто не спалился. Мы по лампам проходим. Ну это пи***ц, ну почему я в тайминг флешки пикаю, блядь? Хуя нет. Не умирай, брат. Сука. Ну как так получилось, потому что наш хиро кей последний да, остался. Скорее всего, есть уже. Мы сейчас игру в еб... Почему так сложно? Почему нет игр, где мы просто на халяву побеждаем? Почему мы вообще не играем на мираж ебать, чтобы раунды за 10 секунд заканчивались на автопилоте из-за этих дуков? Почему? Какая-то Аня убивает вообще хуей. Хуей. Все из-за заглотыша. Кто у нас играет? Че? Кто кому по кайфу тут? Кто в коне сейчас прострелите этот ебать буст на шорте? Ебать идей, по-моему. Ветеран подряд буст делает. Вот это колма, блин. Просто нужно по левой идти. Хорош. Все, Тимур, вас ебом. Война, уходим. Пойдем, Бэб, команда, пойдем, Бэб, никогда бы не было. Тугезер, гайс, тугезер бит. Никаких люркеров, блядь. Пойди сихап. Шифт. Ну ты хуило люрчит. Шифт. Красавчик. У нас 2 лоу хп. Он шорт выйдет. 100%. Я даю смог, кстати. Готово? У вас оправдание проигрывает часто. Дайте мне шорт, дам смог. Опа. АБЦ. Да еб. Шарт. Назвал. А, мужики! Не, красава. А, один. Где? Алмаз. Ну какого хуя вообще, холи щит хэппенс, бля?
Я умру. Я сейчас взорвусь бомбом, реально, блядь. Готовьтесь. Я гений! Я гений! Видели, как я такой? Ах, с***! Застопила и флешка в пизду улетела. Тра... Чё? Дроу трассерс. First person. И чё? Чё поменялось? А чё поменялось вообще? Зик убил. Да, вот. Вау! Кунг-кунг-кунг. Ещё один! Бомбу взял, пошёл до фонтана. А чё ж за х**ь происходит-то? У него пачка. Ну какого х**ь там? Да хватит, с**ь, подарочные! Ну, про***ь, раунд реально. Сосали. Ну, ёб вашу мать, ну. Где он был? Лево, право, вверх, вниз. Лонг был. Ну опять, из-за того, что у нас бомба на спавне. Почему мужики не могут взять бомбу, блядь? 8 хп снял. Да ёб твою мать, у меня бесконечный под... Угу. Берите бомбу, я в 20-й раз за ней прихожу, в 20-й раз мы сосём из-за этого. Чего мы её сложно взять? Все, дайте мне бомбу, я буду носить её. Хрень. Но я ухожу, это первый бомбу, поэтому аккуратнее. Я не... Запушил респа, респа. Убьём. Всё, идём. Найс, красава, бежим. 50-й сдох. Бежим! У вас есть смак файл. Да хватит дарить! Охуеть. Не убил. Пика тебя за членом, что дальше идет. 30. Я не могу нахуй, у меня бесконечные подарочные подписки, летят. Если бы я убил, это был бы, мы бы выиграли раунд. Ну хватит донатить, сука, подписки. Ебать, что он сделал, нахуй. Ну, блин, так мышкой дернул не вовремя, ну это пиздец. Ну мы реально въебали эту игру. Это, ну блядь. Я прям слышал по голосу, как ты напрягся, когда прыгнул. Я не знал, как пикнуть. Ёпма, народ. Два кон. Ну вот, ну меня пи***ли чемпионы, народ. У меня ни единого шанса, ни в одной перестрелке нет. Ну ничего страшного. Опять проехал. Репорт заглотыши. Ну это, у нас такие заглотыши в команде, это пизда. Почему нахуй? Ну опять сос. Опять сос.